Лекция на тему обезвреживания бомб. Снаряжение сапера на выезде. Когда ФБР сталкивается с бомбой, к обезвреживанию допускаются только подготовленные люди. Для начала о снаряжении саперов. У каждого сапера при себе имеется тактический подсумок со снаряжением. В снаряжение сапера входит пара резиновых перчаток, боковые кусачки, раскладной нож, мультитул, изолента, кусачки, фонарик, детектор ЭДС. При обезвреживании бомбы необходимо быть максимально бдительным и обращать внимание на детали. Если говорить про порядок обезвреживания бомбы, то есть четкий план проведения работы. Для начала следует надеть резиновые перчатки, далее вы берете детектор в руки и замыкаете два конца и смотрите на лампочку детектора. Загорелось — это ваш провод. Не загорелось — пробуем далее. По определению нужного провода вы откладываете детектор и берете кусачки, с помощью которых перерезаете провод, воспользовавшись дополнительным фонариком, если этого требует ситуация. Лекция окончена, вопросы. Сапёры у нас, ну, как сказать-то, это заранее выбранные люди или каждый должен сотрудник уметь? Сапёры, вам проводится лекция, вам проводится практическое задание. И получается, вы каждый может, типа, попробовать себя в роли сапёра на практике по похищению. В зависимости от кого назначат там уже. Я ответил на твой вопрос? Да, спасибо.